Вид представляет. Уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Бернард Шоу как-то заметил, что живая неудача лучше мертвого шедевра. И пусть участники нашей программы не застрахованы от ошибок и неудач. И думаю, что в конце концов вместе с вами, уважаемые телезрители, мы создадим шедевр телевизионного искусства. Хотя я лично телевидение искусством не считаю. Итак, мы начинаем. Сегодня с нами здесь концертный оркестр программы «Угадай мелодию». И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы не появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Добро пожаловать. Прошу вас занимать ваши игровые места. Они вас заждались. И через несколько мгновений мы начнем наше веселое, музыкальное, азартное, игровое шоу на отечественном телевидении. Добрый вечер, уважаемые участники. Очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Давайте незамедлительно знакомиться. Страна должна знать своих героев. Участник под номером один – Александр Усачев. Город Щигры, Курская область. Александр – жизнерадостный человек, душа компании, прекрасно владеющий гитарой. Он готов петь от зари до зари и от темна до темна, услаждая слух своих друзей. Александр Усачев. Участница под номером два – Юлия Новикова. Юля – сотрудник страховой компании. Она страхует от всего, даже от несчастной любви. А еще Юля любит Сейшельские острова, орхидеи и творчество Ляписа Трубецкого. Юлия Новикова! И третий участник нашего сегодняшнего шоу – Игорь Пушкарь! «Мир похож на цветной луг», – говорит Игорь. Вслед за композитором Владимиром Шаинским. И в своей работе он делает все, чтобы мы более ярко воспринимали краски и ароматы этого луга жизни. Ведь Игорь – врач ухо, горло, нос. Игорь Пушкарь! Итак, я думаю, что мы застрахованы от всех болезней с таким замечательным доктором на нашей площадке. Улыбки гарантированы, смех гарантирован, музыка через мгновение ворвется в павильон. Я объявляю начало первого тура! Александр, вы участник под номером один, ближайший ко мне. Выбирайте все, что хотите. Да. Я хочу передать право выбора очаровательной Юле. Галантный, красивый жест, мы его оценим аплодисментами тут же. Юля, вы участница под номером два, вам передали право. Выбирайте, прошу. Эти глаза напротив. Эти глаза напротив. Прекрасная категория. Нотка, в которой бы вы хотели сыграть. Вторая. Нота номер два. Цена 55 рублей. Рубль нашей сегодняшней программе будет равняться 5 чешским кронам. Не вижу особого воодушевления на лицах игроков. Нет, нет, улыбки расцвели. Итак, нота номер два. Эти глаза напротив. Слушаем. Шел я, шел, и не собирался даже туда смотреть, и так бросил. Что я бросил? Случайный. Что сесть на взгляд? Это была мелодия «Случайные взгляды». Никто ее не угадал. Но разве от этого стало более грустное настроение на площадке? Нет, зрители, поддержите аплодисментами наших участников. Сейчас игра начнется. Знаете, Юлечка, давайте так. А первая была просто музыка, мы просто услаждали свой слух. Выберите еще раз, прошу. Эх, дороги. Эх, дороги. Нотка. Первая. Первая. 80 рублей. Слушаем. Да, Александр. И над землей лететь. Конечно. Я хотел, как ветер, петь. И над землей лететь. Дорога в облака. Так называется мелодия. Выбирайте, прошу вас. Эх, дороги. Эх, дороги. Нота. Вторая. Цена известна. Слушаем. Александр. На запад нас ведет. Брестская улица, конечно! Значит, там туда дорога, значит, там туда дорога. И в конце крик на Берлин! Прошу, убирайте, Александр. Песня на стихи Роберта Рождественского. Нота? Нота 3. Выполняю вашу заявку. Слушаем. Александр, с вами нет сладу, вы нажимаете раньше всех. Мы дети галактики. Мы дети галактики, да! Но самое главное, мы дети твои, дорогая земля! Игорь, Юлия, я вижу, что вы тоже пытаетесь нажать на красную кнопку, но Александр пока вас опережает. Пока, замечу себя.
Ну-ка, Юлечки, ну-ка, Игорь, аплодисменты тут же! Александр, продолжайте. Песня на стихи Рождественского. Вторая. Ну-ка, вторая. Думаю, что ваша монополия недолго устоит. Слушаем. Александр. Усталость забыта. Конечно! И снова копыта. Забыта копыта. Хорошая рифма. Александр, прошу. Вальс о вальсе. Юля, вы как-то загрустили. Первый. Ну что же, вальс о вальсе. Нота номер один, прекрасная категория. Слушаем. Да, Александр. Это песня из кинофильма «Цирк». Совершенно верно. Любовь Орлова ее исполняет. Да, но этого мало. Подождите, стоп, 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 не аплодировать. Вы сильный игрок. Вам не будет никаких поблажек. Юлечке бы я позволил, а вам нет, нет, нет. Но я же что-то вам подсказывал. Далеко, высоко, высоко. В ритме вальса все плывет, так называлась эта мелодия. К сожалению, вы ее не угадали. Оживление Игоря и Юли. Сильный противник убран на две мелодии. Две мелодии вы вне игры. Игорь, прошу вас выбирать. Эх, дороги. Эх, дороги, нота. Три. Слушаем. Да, Юля. Юля. Забыла. Забыла. Выхожу один я на дорогу. Ну, совершенно верно, наконец-то выхожу один я на дорогу, да, угадал. Прошу, выбирайте. Эти глаза напротив. Эти глаза напротив. Нотка. Нота номер 4. 4, слушаем. Да, прошу вас, Юля. Юля, смотрите на меня. Ну, эти глаза напротив. Раз, два, три, Юля. Ах, эти черные глаза меня пленили. К сожалению, нет. Юлечка, это ошибка. Ну, явная ошибка. Согласитесь, вы не победите на меня. Две мелодии вы вне игры. Александр, над вами зажигается свет. Вы выбираете. Прошу аплодисменты. Ведь Юля там одиноко и страшно. Сыро и холодно. Песня на стихи Рождественского. Ну-ка. Первая нота. Слушаем. Да, Александр. Еще до старта Еще далеко. До старта далеко. Угадано. Над Юлечкой зажигается свет, потому что время первого тура нашей программы на этом подходит к концу. Александр, прекрасная игра, очень сильная. Юля, 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 я не верю, что вы в школе были двоечницей. Нет, вы же прекрасно учились. И, конечно же, будете прекрасно угадывать мелодии дальше. Игорь, соберитесь. И все будет хорошо. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые игроки. И возвращайтесь, обязательно возвращайтесь. Александр, сильный игрок. Видели, и на старуху бывает рука, он ошибся, но впредь этого делать больше, естественно, не будет. Надеюсь, что во втором туре и Игорю, и Юлии удастся поквитаться с Александром. Хотя, не знаю, Александр очень сильный игрок, прекрасно угадывает мелодии в нашей программе, так как это должно происходить каждый день, каждую секунду нашего эфирного времени. Встречайте наших участников. Второй тур вступает в свои права. Давайте оценим аплодисменты эту командность. Прошу вас, прошу вас. Проводите божественную неповторимую и сами занимайте свои игровые места. Добро пожаловать во второй тур, дорогие друзья. Игорь, в общем-то, вы, когда был дан старт, вы как бы спали так. И вам остается сделать только финишный, хороший финишный спурт. Займитесь этим. Юля, то же самое. Александр, все прекрасно. Я объявляю начало второго тура. Александр, как у лидера, у вас право выбирать, прошу. Валдис, я вновь передаю ход. И мы вновь оцениваем этот красивый жест с аплодисментами. Юлечка, прошу, у вас право выбора. Машина времени. Машина времени. Хиты этой группы в этой категории. Слушаем. Юля! Все отболит. И мудрый говорит, да, костер! Угарана! Прекрасно! Игорь, я слышу это сопение, сонное бормотание. Давайте просыпайтесь, давайте поаплодируем Игорю. Кстати, Игорь, все на вас надеются. Юля, прошу. Машина времени. Машина времени, следующая мелодия. Поехали. Thank you.
достаточно живописно изображал человека с веслами. А где сидит этот человек? Ну, не в бане ведь. «Люди в лодках» так называлась. Это мелодия, право выбора категории у вас. Игорь, прошу. Музыкальная арифметика. Музыкальная арифметика. Цифры в этой категории. Слушаем. Александр. Дважды 24. Дважды 24. Естественно. Очень простая мелодия. Вы ее угадали. Прекрасно. Выбирайте. Мои года, мое богатство. Возраст, возраст, младенчество и, может быть, убеленная сединами старость. Здесь. Слушаем. Александр. Носики, курносики. Сопят. Конечно, угадано. Выбирайте дальше. Мои года, мое богатство. Остаемся в этой категории. Слушаем. Прошу вас, Александр. Помню я еще молодушкой была. Он знает все. Да! Выбирайте. Там же. Мои там года, же. Мое мои богатство. Мои года, мое богатство. Слушаем. А, Игорь. Да, слушаю вас. А нам молодой. Все правильно? Все правильно. Не, вы не волнуйтесь, вы ее уже практически угадали. Угадали. А у нас молодых. У нас молодых, да, конечно. Не нам молодым, а у нас молодых. Совершенно верно. Угадано. Ну вот. А кстати, это ваша первая мелодия, аплодисменты! Прекрасно, Игорь, прошу, выбирайте. Дальше. В этой категории. Слушаем последнюю. Да, потанцевали, называется. Девятый класс, так назывался. Это мелодия, право выбора категории у вас, Александр, прошу. Гори, гори ясно. Гори, гори ясно. Пламя, огонь, ферия огненных струй. Здесь, слушаем. Да. Две погасшие свечи. Есть! Все угадано! Две погасшие свечи, совершенно верно. Выбирайте. Гори, гори ясно. Гори, гори ясно. Дальше, следующую, подайте нам в студию. Юлечка, Саша вас опередил, да. Московские окна. Да, московских окон, негасимый свет. Угадано. Выбирайте там дальше. Же. Там же, следующее. Слушаем. В категории «Гори-гори ясно». Игорь. Бьется в тесной печурке огонь. Естественно. Угадано. Прекрасно. Замечательно. Выбирайте, Игорь. Там же. Там же, следующее, вернее, последнее, четвертое. Слушаем. Александр. Огней так много золотых на улицах Саратова. Браво! Прекрасное пение, абсолютно верно угаданная мелодия, естественно. Итак, с этой категорией мы тоже разобрались. Гори-гори ясно звучало, надо что-то другое брать. Музыкальная арифметика. Музыкальная арифметика, давайте послушаем. Александр. Три года ты мне снилась. А встретилась вчера, да. Естественно. Юля, Игорь, а почему вы не аплодируете Александру? Завидки вас берут, а, конечно. Он знает прекрасно музыку. Выбирайте, Александр. Музыкальная арифметика. Музыкальная арифметика. Слушаем музыку. Не знаю, как у кого, у меня этих насекомых в доме нет. Я их выбил, уничтожил. Четыре таракана и сверчок, так называлось. Эта мелодия наступает время подсчета итогов. Ту-ду-ду-ду-ду. Финальные фанфары второго тура отгремели. Юля, к сожалению, вы. Потому что Игорь успел обогнать вас. Вот тот самый финишный спорт, о котором я вам говорил, вы совершили. Ну что ж, давайте прощаться с Юлечкой. Давайте благодарить ее за участие в нашей программе, за вашу замечательную улыбку, за ваши угадные мелодии. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Громче. Юля, всего доброго. Спасибо огромное. Александр, Игорь, до встречи в третьем туре. Зайдите на поле, уважаемые игроки. И Александр, и Игорь обязательно вернутся. Чем хорош второй тур? Можно выйти в начале с нулевыми очками, а потом стать полуфиналистом, участником третьего тура. Как
Так и жизнь не по плечу слабым, это сказал Александр Блок. Неважно, каких результатов вы добились на нашей площадке, но если вы оказались на нашем угадайском подиуме, значит, вы уже сильный человек. Итак, наступает время третьего тура нашей программы. Встречайте аплодисментами наших участников. Они появляются в студии. Александр, Игорь, и я вам машу рукой. Все вас приветствуют. Прошу вас занимать ваши игровые места. Вы в третьем туре нашей программы. Принимайте поздравления в связи с хорошей игрой, Александр. Ну, это чудо, это сказка, вы лидер. Игорь не намного отстает, но все-таки отстает. Александр, вы будете начинать торги после моей подсказки. Торжественная мелодия времен монохромности государственного флага. Вот так хитро. Прошу вас, вы начинайте. Игорь, я угадаю эту мелодию с 7 минут. А я с 6. А я с 5. Угадывай. Угадывай. Торжественная мелодия времен монохромности государственного флага. Слушаем. Союз нерушимый. Ну, естественно, конечно, гимн Советского Союза звучал. Вы его абсолютно верно угадали. Внимание, подсказка номер 2. Песня о воспоминании, которая поддерживает боевой дух. Прошу вас, Александр, вы начинаете. Игорь, я эту мелодию угадаю с 5. Угадывай. Угадывайте, песня о воспоминании, которая поддерживает боевой дух. 5 нот. Слушаем. Синенький скромный платочек. Совершенно верно. Синенький скромный платочек. Угадано. Есть. 2-0. Игорь. Может быть, стоит поторговаться? Может быть, не стоит так легко уходить с торгов. Подсказка номер 3. Песня о желании быть вместе вопреки всему. Прошу вас, Александр, вы начинаете. Игорь, я угадаю эту мелодию с 7 минут. А я с 6. Угадывай. Угадывай. 6 нот песни о желании быть вместе вопреки всему. Слушаем. Шесть нот прозвучали. Нет никаких версий. Игорь, навскидку любую. Вдруг угадаете. Ну, 1, 2, 3. Я хочу быть с тобой, группа Наутилус, Помпилиус. Я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой. И я буду с тобой. И таким образом сейчас становится 3-0 в пользу Александра. Игорь, вы проиграли по итогам третьего тура. Вам аплодируют все зрители, все благодарят вас за участие в нашем шоу. Друзья, нормальные, полноценные аплодисменты, хотелось бы дождаться их. Это все вам, Игорь, спасибо огромное. Александр, до встречи в супер-игре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Итак, в общем-то, можно констатировать некую закономерность. Александр лидировал в первом, втором туре, третий тур провел безошибочно. И вот он, финал супер-игра. Он в ней. Город Щигры Курской области делегировал нам потрясающего участника, знатного. Угадается, он появится через несколько мгновений. Гордитесь своим земляком, дорогие жители этого маленького русского городка. И встречайте аплодисменты нашего финалиста Александр Усачев. Прошу, занимайте центральное место. Оно ваше по праву. Суперигра наступает стремительно. Ну что же, милый курский соловей, позвольте мне вас так называть. Поздравляю с выходом в финал, вы уже победитель нашего шоу. Осталось 7 мелодий, 30 секунд. Зрительские аплодисменты тут же врываются в студию. Все приветствуют нашего финалиста, желают ему победы в нашей нелегкой, но почетной суперигре. Вы готовы, Александр? Да. Начали. Да. Надежда. Надежда, мой компас земной, угадана. Дальше. Я зато люблю Ивана. Что, головушка кудрява? Совершенно верно. Дальше. И стояли барышни в обочине, он знает все. Прекрасно. Дальше. Это песня моего любимого автора-исполнителя. Заходите к нам на огонек. Да, угадано. Дальше. Пропускаю. Пока пропускаем, ничего страшного, у вас много времени. Дальше. Вишня, вишня. Зимняя вишня! Есть! Засчитана. Мелодия номер 7. Не перебивай меня. Не перебивай меня. Угадано! Итак, у вас в запасе еще целых 14 секунд. За 16 секунд вы разгадали 6 мелодий. Вам нужно вернуться к мелодии номер 5. Послушаем. Вспомнили? Ну, это классика.
Людмила Марковна Гурченко. Когда мы были молодыми. Да, угарно выигрывает суперигру Александр Усачев. Браво, браво, браво. Громче, громче, громче аплодисменты. Именно так нужно приветствовать нашего суперфиналиста. Александр, прошу зайдите на подиум. Вы выиграете нас абсолютным победителем. Громче, громче, громче аплодисменты. Дорогие друзья, вы знаете, что звание победителя суперигры приравнивается к государственной награде, в статусе которой записано всем остальным гражданам при встрече приветствовать. Итак, я думаю, что жители города Щегры обязательно будут приветствовать своего замечательного земляка. Ведь он главный герой нашего сегодняшнего шоу. До встречи на нашем новом шоу с новыми яркими игроками. Пока, счастливо!